Здравствуйте, меня зовут Джули По. Я специалист Международного центра Альвасар. Наш центр уже много лет занимается исследованием в области мироздания, и мы рассмотрим эту систему через различные аспекты. Нумерология, естественно, является нашим основным любимым предметом. Почему? Потому что наше мироздание соткано из тканей цифровой реальности. Конечно, мы можем это изучить с точки зрения телевидения, кино, компьютерных технологий, но это всего лишь одно из видений отображения реальности. Что интересно, что астрология, физиогномика, хиромантия, нумерология, матрица, регрессивный гипноз и многие другие дисциплины эзотерики работают в едином контексте. Когда вы начинаете это понимать, вы включаете себя в качестве метафизика. Каждый элемент дополняет друг друга, каждый элемент является основой более широкого и интереснейшего аспекта в изучении мироздания. Когда мы начали рассматривать мир именно с такой цифровой системы, когда мы обнаружили, что между кодами, между цифрами, знаками, числами существуют всевозможные взаимосвязи и что мы являемся частью какой-то огромной невероятной системы, мы стали все глубже и глубже вникать в процесс изучения цифр. И каждая цифра, каждое число имеет множество интереснейших слоев. Мы уже неоднократно рассказывали о том, что арканы раскрываются через плюсы, минусы знака, через нейтральные знаки, через точки препятствий, ошибки прошлых воплощений. Все они послойны, все они интересны. Также и цифра. Цифра является целиком и полностью основой. Это истинная форма Ра. Где Ра является что? Это знание. То есть цифра раскрывает истинные формы знаний. Когда вы следуете по цифровому коду, вы видите, что каждый человек из воплощения в воплощение, несмотря на различные предназначения, носит один и тот же единый цифровой код. Мы через тень нумерологии, есть очень интересная технология, мы являемся ее авторами, она называется тень. Тень показывает, что у каждого человека есть свой личный цифровой код. Он ни у кого никогда не повторяется. И вот следуя за этим цифровым кодом, мы обнаружили множество интересных аспектов. Ну, вы знаете, такая система, она очень простая, называется система Пифагора. Эта система в нижней строке имеет множество интересных кодов. Она раскрывает настоящее воплощение, прошлое воплощение. Мы через свои исследования вывели еще два дополнительных числа, которые могут широко раскрыть понятие будущего. Там и уровень развития души, и, соответственно, задача на воплощение. Но сейчас хочется поговорить о другом. Несколько лет тому назад мы обнаружили, что в нижней строке такое сочетание знаков, как 11 и 9, является кодом уникального человека, который мы назвали код хранителя. Также в нижней строке есть 11 и 7, тоже удивительные люди, белые маги. Когда мы это обнаружили и нашли удивительную особенность каждого человека, ведь они отличаются не только по уровню мировоззрения, по широте и глубине их аспектов, каждый из них задает себе один и тот же вопрос – кто я? Ведь обычный человек, живущий на Земле, подобного вопроса себе не позволяет, потому что он понимает, он землянин, он здесь родился, на этой планете, это его родная Земля, и все, что здесь происходит, все языки, вся система, она ему понятна. Но почему-то белый маг и хранитель всегда задает этот вопрос – кто я? Он смотрит в звездное небо и понимает, что там где-то находится, за пределами этого купола космического, находится его дом. Следующий вопрос, который он себе задает – почему я? Почему я нахожусь здесь? Я чувствую свою связь с огромным бесконечным пространством космоса. Почему я здесь? Какова моя основная цель? И будет ли это путешествие на Землю для меня последним? Может быть, когда-нибудь я смогу вернуться назад. Самое удивительное, что, смотря на звезды, он начинает раскодировать некие знаки. Он вспоминает что-то урывками. Ему кажется, что этот мир не настоящий. И это не настоящее мировоззрение приводит его к поиску. Вот ради этого мы и открыли этот проект. Проект, который мы назвали «Код Индиго». Он включает в себя различные аспекты, не только хранители белых магов. Мы в процессе изучения этой темы удивительным образом открыли для себя наличие еще одного уникального человека. Это жрец. Не тот самый жрец, где в нумерологии мы говорим о пятерке, я имею в виду верховный жрец, а более глубокий, более интересный знак.
У жреца особенные функции, и мы, конечно же, об этом тоже сегодня поговорим. Что еще удивительно, что между жрецами, хранителями и белыми магами существует незыблемая и естественная для их свойств связь. Вот об этой связи тоже интересно поговорить сегодня. Что касается удивительных людей, как белые маги и хранители, их прошлое выходит за пределы нашего мироздания. И для того, чтобы затронуть их предназначение, необходимо что? Необходимо раскрыть их прошлое воплощение. Мы тщетно пытались раскрыть эти предназначения через нумерологию. Мы отматывали тысячи лет тому назад. Мы смотрели их через призму матричных кодов, через призму нижней строки Пифагора, даже через тень кармы. И все равно по-прежнему упирались в одну и ту же точку пространства. Эта точка фиксирована 10 тысяч лет тому назад. Конечно, речь идет о приблизительном периоде, ввиду того, что наш календарь постоянно менялся, мы сейчас не можем гарантировать, что это летоисчисление дает нам конкретную точку 10 тысяч лет тому назад. Но мы точно знаем, что это приблизительно где-то так. И вот когда мы рассматривали и искали, мы все время видели некую точку, в которой произошла загрузка тех самых белых магов и хранителей. А что дальше? А дальше нужно было затронуть тот процесс, когда они еще были в своих естественных телах. Ведь вы уже прекрасно понимаете, что невозможно такое, что во Вселенной существует только одна звездная система и только одна планета, где существует жизнь. Ну, по крайней мере, в той разумной форме, которую мы сейчас имеем в виду. Конечно же, нет. Конечно же, жизнь существует и на других звездных системах. Причем наша звездная система под названием Солнце, она даже не самая совершенная. Я бы сказала, одна из тех зон, которая, увы, находится на уровне деградации и, к сожалению, рано или поздно погибнет. Ну, это не на нашем веку, конечно. Когда мы говорим о других цивилизациях, мы говорим о более высокоразвитых, более высокочастотных, разумных, интеллектуальных, духовных цивилизациях, которые живут во Вселенной, и все они между собой связаны. То самое 39-е царство, о котором в свое время говорил Александр Сергеевич Пушкин. Каждое это царство включает в себя 3 по 9 планет. 27 планет, звездных систем, которые входят в единую коалицию, которую мы и называли 39-м царством. Я уже много об этом говорила. Созвездие Плеяд находится в центре этой звездной системы, наша столица, созвездие Асгард. И вот именно оттуда принимаются основные решения. Именно оттуда были отправлены множество всевозможных, интереснейших и самое удивительное, что разных абсолютно цивилизаций. Они представлялись в различных формах, кто-то маленький, высокий, большой, с крыльями, без, но это в любом случае инопланетные цивилизации. Не надо рассматривать их как вражеские, потому что все они входят в единую коалицию. В космосе существует множество законов. И законов мироздания, законов физики, законов химии, но и законов духовных в том числе. Поэтому, когда наша планета и наша звездная система, планета Земля, попали под нападение других цивилизаций, темных цивилизаций, было принято решение нас спасти. Вот почему были отправлены сразу несколько интересных и важных цивилизаций нам на помощь. Вот об этом пойдет речь в этом фильме. Что удивительно, что несмотря на то, что белые маги, хранители, они загружены здесь, они, увы, не помнят, они совершенно не помнят свое предназначение. Многие вскрылись, но их не так много, как хотелось бы, потому что каждый из них, каждый имеет свою функцию. Мы как единая часть какого-то огромного механизма. Каждый хранит лишь часть этой информации, ну, так же, как один из 52 кодов матрицы. И для того, чтобы раскрыть в полном объеме эту систему, необходимо, чтобы каждый встретился друг с другом. Каждый рассказал о своей незыблемой части информации. Тогда мы соберем все в единый большой контекст. Но для того, чтобы собраться, нужно понимать, что собирать, а главное, кого собирать. Поэтому, когда мы несколько лет назад вычислили этот код и начали об этом рассказывать в видеороликах, писать об этом в книгах, говорить на консультации, люди, имеющие коды хранителей белых магов, не понимали, о чем мы говорим. Они говорят, да, мы чувствуем себя необычно, но мы не понимаем, как вскрыть эти коды. И тогда мы пришли к регрессивному гипнозу. Да, с одной стороны, это один из разделов оккультизма. Мы это понимаем. Но что интересно, у регрессивного гипноза есть возможность считывать память, то есть считывать воспоминания прошлых жизней. И если для землян эти воспоминания ограничены только планетой Земля, то для хранителей белых магов мы можем заглянуть за десятки, сотни тысяч лет тому назад, туда, откуда они пришли, туда, откуда они родом. Поэтому обратились к этой системе.
Но для того, чтобы заниматься регрессивным гипнозом, как вы понимаете, только желание недостаточно. Не у каждого специалиста в этой области есть истинные возможности, истинные способности. Для этого нужно быть жрецом, истинным жрецом. Человеком, который способен воспринимать другие волновые режимы, считывать их, удерживать их и находиться в едином контакте с человеком, с хранителем или с белым магом. Поэтому мы в нашем центре провели огромную работу для того, чтобы найти целую группу специалистов-регрессологов, которые могли бы без опасности для своего клиента провести этот огромный эксперимент. Год назад мы эту группу сформировали здесь, в Екатеринбурге. Поэтому именно здесь, в Екатеринбурге, мы проект и завершаем. Руководителем этой группы была Инна, которая будет в этом фильме рассказывать очень много своих исследований. Но все-таки автором и непосредственным идейным вдохновителем всего этого проекта является Айрон По, директор центра Альвасар, а также мой соавтор. Поэтому сейчас, когда мы завершили все эти исследования, я всего лишь подвожу итоги. Ваше видение этой ситуации может быть различным. Это совокупный опыт множества людей. Более сотни людей прошли эксперимент. Более сотни людей в регрессии увидели свои прошлые жизни. И как бы назад мы ни отматывали, сотни, а порой даже несколько сотен тысяч лет, мы видели их жизнь на других планетах. Об этом она расскажет сама в своих индивидуальных интервью. Важно другое. Несмотря на то, что все они находились в разных телах, по форме, по мировосприятию, многие тела были энергоформами, какие-то были эфирными формами, какие-то были физические тела, похожих на животных, похожих даже ни на что не похожих, разные, абсолютно разные формы существования. И все они, все сходятся в одной точке. Эта точка была 10 тысяч лет тому назад. Точка загрузки. Конечно, сразу хочется сказать, что несмотря на то, что все эти сущности погибли, борясь за свободу, борясь за благополучную жизнь землян, несмотря на это, все они этот выбор сделали добровольно. Каждый из них, участвуя в этом огромном проекте, спасал планету Земля. Все они погибли. Поэтому все, кто сейчас носит код хранителя белого мага, все, кто носит коды жрецов или индиго, все эти души когда-то погибли здесь, на Земле. Поэтому они загружены в нашу систему. Поэтому они имеют более широкое мировоззрение, и поэтому они с тоской смотрят на звезды. Я тоже в свое время испытывала это ощущение. И в моих видениях я всегда видела одну и ту же картину. Я смотрела на небо, небо покрытое пылью. Из-за этой пыли я ничего не могла разглядеть. Каждый раз, входя в регресс собственным способом, я не могла понять, что же там за этими облаками. Поэтому, когда мы взялись за этот проект, это в первую очередь стало открытием и откровением лично для меня. И я очень благодарна всем руководителям, всем специалистам, всем людям, принимавшим участие в этом проекте. Потому что сегодня, подводя итоги, мы можем рассказать то, что происходило 10 тысяч лет тому назад, как совокупный опыт огромного количества людей. Вы знаете, что наша планета не вращается вокруг Солнца. Она вращается вокруг оси, по которой движется Солнце. И если мысленно представить себе лучи, которые сходят от самого Солнца, они представляют в виде конуса. И внутри этого конуса по спирали вращалась и обращалась и двигалась наша планета Земля. Она всегда была покрыта светом, только светом не того Солнца, которое мы сейчас видим, а светом белого, исключительного, невероятно красивого света. Того самого Солнца, о котором мы говорим. И мы еще ни разу и никогда не выходили за пределы этого луча. Поэтому во всей ведической культуре, во всех воспоминаниях, наших воспоминаниях в регрессе, мы всегда видели одну и ту же картину. Абсолютно белый свет. Свет настолько белый, что его невозможно увидеть здесь и сейчас на планете Земля. Поэтому мы, когда выходим в астральный план, первое, что мы видим, это свет. Потому что в астральном плане он сохранился до сих пор. Порядка 100 тысяч лет тому назад нам поступил сигнал СОС. Этот сигнал поступил на созвездие Плеяд. Почему? Потому что наши астронавты обнаружили, что к планете Земля, к нашей звездной системе, движется целая Плеяда, огромный арсенал кораблей, ну, скажем так, наших врагов. Потому что в мироздании существует не только светлые, но и темные. Когда мы говорим о темной материи, или о темном измерении, или о неких демонах и так далее, мы говорим, конечно, о других типах существования формы. Это так называемые инопланетяне, ну, рептилоиды, дагоны, многие другие, об этом очень много говорится и много пишется. Вот эти рептилоиды, о которых говорится в шумерских текстах, они вошли в нашу звездную систему. И их корабли с огромной скоростью приближались к планете Земля.
Конечно, по опыту других цивилизаций, а у нас было 27 планет, как я говорила, и буквально 800 тысяч лет тому назад уже их было 16, на сегодняшний момент их 12. Вот представьте, какое количество планет были разрушены благодаря этим анунагам, так называемым рептилоидам, тагонам и другим. И вот когда они двинулись к нам со стороны как раз 9-й планеты, и в шумерских текстах Захарий Сичин очень подробно об этом пишет, о том, что они двигались к нам именно для того, чтобы разрушить. Им нужны полезные ископаемые тех или иных планет. Наша планета является для них максимально уникальной. Когда они приближались, их корабли вызвали огромное гравитационное поле. Из-за этого гравитационного поля, все это описано в шумерских текстах, произошло смещение орбит многих планет. И из-за этого наша планета сместилась и начала выходить в свои спирали за пределы излучения Солнца. Отсюда и появились так называемые ночь Кали или Кали-Юга, когда у нас наша звездная система, наше Солнце не способно обеспечить бесконечным освещением и протоновым облаком, то есть светлым излучением, другие планеты звездной системы. И наша планета Земля стала подходить к тому образу, когда мы перестали получать свет. А значит, и получать знания, а значит, и общаться с нашими предками, а значит, мы утратили наш истинный портал связи с другими планетами. И вот тогда было принято решение направить целую группу специалистов, чтобы успеть построить купол, чтобы он способен закрыть полностью от негативного электронного излучения, а мы раньше жили в эфирных телах, и максимум, что создавало наше «я», это были протоны. Поэтому в центре любой молекулы находятся протоны и нейтроны, как нейтральные частицы. И вот для того, чтобы защититься от абсолютной материи, то есть которая создается электронным облаком, нам нужно было выстроить купол. Поэтому каждый раз, когда мы заходили в регресс, мы все время видели и чувствовали желание и необходимость строить купол. Да, наша планета имеет плоскую форму. Мы об этом говорили уже неоднократно. И каждый, кто выходит в астральный план, первое, что видит, это плоскую Землю. Каждый, кто выходил в регресс, видел Землю плоской. Во всех фильмах, ну даже в фильме, посвященный одним из кадров, одним из первых кадров, является плоская Земля. В фильме «Лабиринт» то же самое, плоская Земля. В фильме «Матрица» плоская Земля. В каком бы фильме мы ни смотрели, который говорит об устройстве мироздания, мы всегда встречаем одну и ту же систему – плоская планета. И эта плоская планета, как космический корабль, несется в огромном космическом пространстве. И чтобы защитить его от электронного излучения, было принято решение построить купол. Купол с двух сторон. Благодаря этому купола сейчас наша планета, если выходить все-таки за пределы ее, она выглядит в виде шара. Вот того самого шара, о котором мы все говорим. Но все-таки речь идет немножко о другом. Наше космическое пространство имеет множество не очень приятных для нас полей. Электронное поле как раз и есть такое. Благодаря куполу нам бы удалось отразить электронное излучение и таким образом спасти планету от поражения. Когда мы говорили о том, что землян облучили, речь шла об облучении электронами. Это естественная форма жизни для других, для рептилоидов, для анунагов, но не для землян, для тех, кто находился в эфирных телах. Мы прилетели сюда, у нас было очень много кораблей. Эти корабли пришли к нам из разных звездных систем. Какие-то как хранители, это ученые в основном, туда входили инженеры, генетики, биологи, химики, туда также входили и воины, которые руководили всеми экспедициями, мероприятиями. У нас была небольшая градация, но исключительно связанная с уровнем нашего технологического развития. Кто-то был оператором космических кораблей, кто-то был оператором аватаров, как фильм «Аватар». У всех разные были предназначения, у всех разные, дробные, к сожалению, часть информации. Поэтому, когда мы говорили, что хранители обладают ментальным полем, мы говорили о том, что у них есть часть информации. Ну, как знаете, если сложить пазл и сложить ее в единую картину. Так вот, каждый хранитель носит только часть своего задания и только часть тех знаний, которым обладал для того, чтобы выполнить это задание. Ну, точно так же, как на любой войне. Есть тот, кто создает связь, есть тот, кто придумывают планы, есть тот, кто их реализовывает и так далее. И когда мы смотрели в регрессии этих людей, то мы обнаружили, что каждый из них имеет свою часть знаний. Поэтому и информация тоже у всех специалистов по, я имею в виду непосредственным специалистам по хранителям, разная. Что касается белых магов, у них была совершенно другая функция. Их задача была целить и лечить.
Ввиду того, что было опасение, что все-таки электроны своей части попадут на Землю и облучат любую молекулу, а при облучении молекул происходит моментальное формирование материи, то необходимо было на Земле создать растительность, создать животных, создать фрукты, плоды, семена и так далее, которые могли бы создать совершенно другую почву и форму для жизнедеятельности. То есть, по сути, на тот момент времени, пока мы находимся под этим электронным излучением в тени из нашего истинного Солнца, нам нужно было сделать так, чтобы люди могли питаться, чтобы люди могли выращивать для себя какую-то пищу и таким образом продлить свое существование. Вот для этого были белые маги. Их основная часть функции заключалась в том, чтобы передать нам чувства и эмоции, чтобы это все сохранить. И вот когда наши космические корабли уже подошли к Земле, анунаги только-только подлетали, и мы понимали, что у нас есть время, мы начали строить купол. Купол выглядит приблизительно так же, как мячик для гольфа. Но единственным исключением, что он является прозрачным. Купол накрывал полностью всю Землю. Не тот клочок Земли, который мы сейчас называем Землей, а огромную Землю, куда входят и Марс, и Юпитер, и другие системы. В Индии очень хорошее есть отображение. Там купол, сложенный из золотых пластин, и вокруг него расположены другие звездные системы. На самом деле это так и выглядит сейчас. Но так как купол был прозрачным, мы могли видеть звезды, истинные звезды, могли видеть тот самый светлое излучение истинного Солнца. Сейчас, к сожалению, мы это не видим, и я расскажу чуть позже, почему. И когда мы загружали в регресс хранителей белых магов, и в одну и ту же точку сходились последние, как последний день их жизни, в одной точке. Сейчас я вам расскажу, что рассказали совокупный опыт этих людей. Последний день жизни хранителей белых магов до загрузки. Это был день, утро. Мы четко понимали, что у каждого есть совсем немного времени для того, чтобы закрыть купол. Он был практически готов, за исключением верхней его части. Ну, как, знаете, как крышка того самого круга, который нам не нужно было замкнуть. У нас это не получалось, потому что поджимали сроки. И каждый из них помнит невероятную сумятицу. Было очень жарко, и все работали в огромном режиме. Кто-то работал через аватара, кто-то через роботов, кто-то работал с энергиями. Были даже такие специалисты, которые устанавливали энергетический щит, чтобы не было видно этих кораблей, которые работали над созданием купола. Люди работали вместе с нами, но это были отдельные жрецы, которые были посвящены в эти тайные знания. Не все люди на Земле понимали, что происходит сейчас. Единственное, что им казалось странным, что небо бликует. Почему? Потому что купол состоит из шестигранников. Точно, ну, так же, как граненное стекло или граненый стакан. Приблизительно такого плана. То есть было видно излучение, но при этом все было накрыто этим стеклом. Стеклом, конечно, являются алмазы. Поэтому есть такое выражение, как небо в алмазах. Когда он попадает на него свет, то он преломляется, образуются те самые радуги, которые мы видим. Сейчас иногда мы видим это, но очень редко, когда происходит сбой в матрице. Так вот, мы практически закрыли этот купол, когда наши, скажем так, враги придумали очень хитрый план. Они, издалека подлетая к нам, разрушили планету Тиамат. Об этом также говорится в шумерских текстах. Из-за того, что они ее разрушили, они направили осколки этой планеты. Очень многие хранители в своих снах видят именно осколки. И мы очень долго не могли понять, что за осколки, о каких они говорят. Так вот, эти осколки были направлены на нашу планету. Наши корабли было несколько. Ну, в ведической культуре вы знаете о планете Месяц, о планете Леля и планете Фата. Это, конечно, абсолютно полностью искусственно созданные объекты. Об этом тоже уже много кто говорит. Каждый из этих объектов в ведической культуре называется лунами. Луны — это космические корабли. На Леле находилась в основном лаборатории, биологические станции, на Фате — инженерный комплекс, ну а Луна была в большей степени военным кораблем. И в ведической культуре говорится о том, что некий дождь бог разрушил эти корабли, чтобы спасти планету. Это немножко неверно. Все дело в том, что эти корабли были разрушены именно врагами. Они направили, у них маленький флот, поэтому единственная возможность схватки победить – это направить осколки Тиамата, чтобы разрушить. К счастью, мы уже выстроили большую часть купола, поэтому осколки, разбиваясь о купол, не приносили вреда планете Земля. Однако они наносили огромный урон этим кораблям.
Леля была разрушена, фата были разрушены. Их осколки падали на землю. Они падали в океан и поднимали огромные приливные волны. Поэтому большая часть землян погибла именно из-за этого наводнения. Об этом наводнении очень много описано, и геологи, и археологи также подтверждают наличие большого наводнения, ну, так называемого всемирного потопа, о котором говорится в религиозных текстах. Только этот потоп был создан искусственно, специально, чтобы затопить все, что было тогда создано нами на Земле. Когда мы поняли, что наши корабли разбиваются, и мы видели, находясь здесь, в телах аватаров, мы смотрели на звездное небо и видели, что сквозь эту маленькую расщелину, которую мы не успели достроить, мы видели, как гибли наши корабли. И наши истинные тела, подключенные к компьютерной программе, находились там. Поэтому, стоя на земле и смотря в небо, мы видели ту самую пыль, о которой я вам говорила. Пыль от разрушенных космических кораблей. И мы поняли, что наше сознание было загружено в тела, которые были созданы искусственно, чтобы помочь выстроить купол. Купол не был достроен окончательно. Поэтому, когда корабли полностью были разрушены, им удалось... рептилоидам удалось влететь на Землю и уже устанавливать свои правила. Ввиду того, что была приливная волна, наши аватары также погибли. Поэтому всем, кому хотя бы раз в жизни снился сон о том, что на него накатывает огромная, километровая, черная, мощная волна, говорит о том, что вы и есть либо хранитель, либо белый маг. Потому что мы тогда находились как раз в самой очаге, в эпицентре этих событий. И мы, понимая, что вот она идет, эта огромная волна, и мы понимая, что мы уже ничего не сможем сделать, мы тогда проиграли эту войну. Мы не успели достроить купол, и мы не успели спасти себя. Очень многие корабли разбивались, падая в воду, очень многие аватары погибали. Единственное, кому удалось выжить, это архангелам. Архангелы тогда также находились в эфирных телах, и ввиду того, что они... видели всю эту ситуацию, они единственные воины, которые остались на стороне света, потому что они тогда не погибли. Они в эфирных телах, волна прошла сквозь них. Все остальные погибли, и мы все загрузились в матрицу Земли. Ввиду того, что для нас эта форма жизни неестественна, мы забыли о том, кто мы и каково наше истинное предназначение. Вот для этого и была создана матрица, чтобы мы забывали. Каждый раз, выходя в астральный план через смерть, мы выходим в некую промежуточную форму. Это подпрограмма, подкомпьютерная программа, предзагрузочная программа. И каждый раз мы вспоминаем абсолютно все. Поэтому люди, занимающиеся астральными путешествиями, в этом вопросе обладают большими способностями. Потому что, выходя в астральный план, они полностью осознают те события. Когда наша цивилизация была захвачена, она имела более высокий уровень развития, чем сейчас, намного более развита. Поэтому на римских фресках изображаются богини с компьютерами, поэтому в египетских пирамидах изображены подводные лодки, автомобили, вертолеты и многое другое, потому что уровень развитости цивилизации превышал намного. Когда рептилоиды прилетели сюда, первым делом они закрыли все очаги цивилизаций, ну, допустим, планета Земля. Раньше это был один из маленьких городов, который находился на огромном космическом диске, который мы называли звездной системой. Также они накрыли куполом Марс, Венеру, Юпитер и другие планеты. И у каждого этого купола есть еще один общий глобальный купол, который мы так и не успели достроить. В нем есть отверстие. Если вы смотрели современные фильмы, даже российские фильмы о космосе, там все время есть небольшая вмятина, это портал. Вот тот самый часть купола, которую нам не удалось закрыть. Благодаря нашим исследованиям в области регрессивного гипноза мы вспомнили, что происходило тогда на Земле. Мы вспомнили, что у каждого хранителя белого мага есть особенное предназначение. Важно другое. Ввиду того, что мы ученые и исследователи, конечно, нам было интересно в процессе регрессивного гипноза открывать новые формулы, открывать новое чтение различных эзотерических понятий. Поэтому нам удалось создать новую технологию, новый вид нумерологии. Мы его назвали регрессо-нумерология. Она позволяет не только раскодировать кармические узлы, это, в принципе, для нас уже является основной техникой кармической нумерологии, мы являемся автором ее, но главное не это. Через регрессо-нумерологию нам удалось раскрыть тень кармы. Через регрессо-нумерологию нам удалось раскрыть истинный код человека. У каждого есть свой цифровой код, своя цифровая реальность и матрица. Нам удалось более широко раскрыть все трактовки
и в таро-нумерологии, и в матричной нумерологии, и в других дисциплинах, каждой цифры, все мы раскрывали через различные аспекты. Благодаря регрессу нумерологии нам удалось найти ключ, как сделать так, чтобы каждый человек в регрессивной части своего сознания смог полностью раскрыть все свои кармические узлы и отработать их. Поэтому мы разработали отдельный курс по регрессу нумерологии. Он будет состоять из 3 ступеней. И вы сможете не только научиться регрессивному гипнозу, но и через регрессивную нумерологию рассчитать все свои прошлые жизни. Отмотать назад, 1000 лет назад, десятки тысяч лет назад, в любой из жизней и найти свои истинные предназначения. Все дело в том, что мы здесь на Земле держимся до тех пор, пока не выполним предназначение. Увы, для хранителей белых магов это предназначение, наверное, невыполнимо. Почему? Мы сюда приехали для чего? Для того, чтобы хранители выстроили купол, а белые маги создали новую экологическую систему. Но если белым магам еще возможно это сделать в той или иной степени, то у хранителей, увы, таких технологических возможностей нет. Для того, чтобы завершить строительство купола, нам нужно сначала выйти из матрицы, то есть выйти из этого искусственного купола, который создали рептилоиды, выйти в реальный мир, где существуют огромные деревья, где существует совершенно другая форма жизни. Это то же самое, как выйти из комнаты. Мы сейчас находимся в комнате, а нам нужно выйти из комнаты и пройтись по реальным улицам и увидеть реальное мироздание. Но это невозможно до тех пор, пока наше сознание ограничено. Сознание ограничивает различными способами. Первый способ – это перекрытие родовых каналов. Нас отучили любить друг друга. Нас отучили правильно рождать детей. Я сейчас вновь, увы, но все-таки не могу не затронуть тему детей, которые рождаются по системе ЭКО. Это чудовищная технология, которая уничтожает в нас самих. Есть очень хороший фильм, он называется «Посвященный». Суть этого фильма как раз о регрессивном гипнозе. И в этом фильме рассказывается наше будущее, если мы сейчас не воспользуемся опытом хранителей белых магов, если мы не осознаем истинность нашего здесь пребывания. Все дело в том, что дети, рожденные через ЭКО, не являются истинными жителями Земли. У них нет понятия души. Точнее, нет понятия духа. А значит, нет памяти прошлых жизней. Для них это первое воплощение на Земле. Им загружают какие-то некие искусственные базовые файлы, с помощью которых они могут просто жить на Земле. Просто ходить в магазин, просто зарабатывать деньги, просто питаться, просто влюбляться и рождать новые поколения. Также через систему ЭКО. У них есть просто базовые понятия. Точно так же, как в компьютерной игре существуют некие базовые игроки. Но у них нет памяти прошлой жизни. У них нет тех чувств, тех эмоций, тех знаний, которые обладают люди, живорожденные. Поэтому основная задача белых магов, в первую очередь, обратить внимание людей на чувства. Чтобы мы вернулись к первоисточнику и возродили родовые эгрегоры, через которых мы получаем астральные связи с нашими предками и общаемся с ангелами и архангелами. Для того, чтобы мы передавали через наше общее единое знание, передавали знание рода. Уважение к роду. Более того, сама система род – это не столько, вот как мы его видим, это поколение семей. Род – это энергочастица, которая состоит из протона и нейтрона. Поэтому, когда мы говорим кислород, мы говорим об том, что род был испорчен, окислен. И мы сейчас дышим кислородом, а раньше мы дышали озоном. Ну, опять-таки, можно вдаваться много в вопросы химии и говорить о том, что эфир на самом деле существует, и таблица Менделеева абсолютно неверно доносится до нас. Но даже если включить обычное логическое понимание, ведь озон намного тяжелее, чем кислород, поэтому он должен располагаться даже с точки зрения химии ниже. А мы дышим кислородом, нам так говорят, нас во многом убеждают. И вот для того, чтобы мы вернулись к истинным исконным знаниям, нам нужны хранители. Каждый из хранителей хранит только часть той информации, которую он должен передать. Он как часть лепестка лотоса. И собирая эти кусочки, эти осколки знаний, можно восстановить полную картину мироздания. Но для того, чтобы можно было собрать этих людей, нужны жрецы. Жрецы являются связующими звеньями. Жрецы – это те, которые позволяют накопить воспоминания белых магов и хранителей. Они как чаши, включают в себе множество знаний других людей. Встречается жрец с хранителем, вводит его в состояние регрессивного гипноза, того самого состояния, в котором должен находиться мозг любого человека, потому что оно естественное, это состояние расширенного сознания. Он вводит его в это состояние.
Сейчас немного расскажу о том, что такое регрессивный гипноз, если его проводит грамотный специалист. Сам специалист по регрессу и хранитель, например, входящий в контакт с регрессологом, он видит одно и то же. Они загружены в одну и ту же систему. Специалист по регрессу и загруженный хранитель видит одну картинку, чувствует одни эмоции. Они как будто бы вместе смотрят фильм. Это не каждому удается, только тем, кто действительно владеет системой регрессивного гипноза. И вместе они просматривают картину мироздания. Они отматывают вперед, назад, они смотрят настоящие, прошлые жизни, они отматывают на десятки тысяч лет назад, на другие планеты и так далее. Вы путешествуете по ячейкам памяти. Вот жрец и есть регрессолог, человек, который способен отмотать куда угодно, в любую точку пространства, и считать, и помочь вам считать коды. Однажды он покажет вам, что такое другое мироздание. И тогда вы, когда уже войдете в реальный мир, начнете распаковывать эти файлы естественным способом, одним за другим. И каждый день вы будете читать новую книгу. И эта книга будет раскрывать вам целый спектр знаний. Вот для этого существуют жрецы. Когда они общаются с нашими биологами, экологами, я имею в виду белых магов, с нашими медиками, то они пытаются в воспоминаниях найти связь между правильным системой устройства клетки, о том, как целить ее, как ее восстанавливать. Они рассказывают о том, как правильно запускать процесс регенерации клеток, чтобы клетка сама себя восстанавливала, ведь мы всего лишь навсего голограммы. Когда вы выходите через регрессивный гипноз и видите, что наше мироздание, оно всего лишь копия того уникального, интереснейшего мира, который находится за пределами нашего купола, вы понимаете, что все настолько сложно, насколько ложно. И благодаря жрецам мы восстанавливаем все эти контексты. Когда вы выходите через регрессивный гипноз в точку истока, в ту самую точку, когда мы все были загружены сюда, вы понимаете, что мир интересен, и вы начинаете его изучать. Поэтому человек, познающий, всегда ищет новые знания. И он рано или поздно он придет к хранителям. Что интересно в хранителях? Это тоже удивительное исследование, которое позволило нам это сделать вывод только сейчас. У каждого хранителя есть свой компьютер, скажем так. То есть хранители, они не ходят одни. В каждом роду, где есть один хранитель, должен родиться второй хранитель. Они как флешка и компьютер, как человек, который воспроизводит сны и который считывает сны. Точно так же и здесь. Поэтому каждый хранитель должен найти своего хранителя, который сможет распаковать все его знания, а далее передать жрецу. То же самое и с белыми магами. Нужно, чтобы кто-то раскрыл их истинные значения и передал жрецу. А функция жреца – передать эти знания людям. Через адаптацию этих знаний, через раскрытие их, через естественный процесс. Но точно так же, как мы в свое время рассказывали о струнах, то есть о пересечении мирозданий, используя обычные банальные фразы, такие, которые будут доступны каждому человеку. Ведь все, что сложно, то ложно, а значит, истина должна быть объяснена в очень простых терминах. Благодаря тому, что мы это исследование уже завершили, мы можем абсолютно точно сказать, что души сюда загружаются через астральный план пятого измерения. Они берут информацию, материальный план берутся второго измерения, а дальше в преломлении образуется то самое «я», то есть физическое плотное тело, где сверхсознание находится там же по-прежнему в пятом измерении. То есть, по сути, все здесь – это голограммы. Таких голограмм очень много. Голограмма находится внутри другой голограммы. И каждый раз, когда вы выходите из одной голограммы, вы встречаете новую. Это точно так же, как компьютерная программа. Вы можете считывать ее непосредственно с оператора. Вы можете считывать ее с администратором той компьютерной программы. А можете считывать изнутри, находясь здесь, на Земле, в физически плотном теле. Многие уже тоже обратили внимание, что естественная форма нашего мироздание – это шестигранная форма. Вы видели наверняка очень много картинок в интернете. Уже есть удивительная статья «На Земле лесов нет», я о ней очень много говорю. И везде одно и то же. Клетка имеет форму шестигранника, мироздание имеет форму шестигранника. Я акцентировал ваше внимание, что мы строили купол шестигранный. Но почему так? Почему наше мироздание имеет такую форму шестигранника? Почему это так важно? И здесь тоже, опять-таки, ответ кроется через регрессивный гипноз. Нам удалось найти одного из хранителей, который как раз создавал эту компьютерную программу. Удивительно, но в процессе изучения мы обнаружили несколько новых кодов.
Ну, например, 12.9. Это тоже код хранителя, но более высокий. Того самого программиста, который создавал ту самую голограмму, в которой мы сейчас живем. Так вот, ткань мироздания, есть такое выражение, имеет шестигранную форму. Из пятого измерения, когда струны сомкнулись, эта ткань накрыла все это мироздание. И когда она накрыла, она спускается сверху, то мы понимаем, что она имеет шестигранную форму, и она пронизывает пространство, накрывая его сверху. Снизу происходит заход материи в это пространство. И когда материя встречается и проходит насквозь эту ткань, то из материи высекаются шестигранные столбы. Вот эти самые столбы как раз и слагают форму нашего мироздания. То есть, по сути, как, ну, я прошу прощения, придумал, может быть, не очень красивый образ, но он будет понятен. Это то же самое, что через мясорубку прокручивать фарш. Вот вы прокручиваете через эти ячейки, и материя выстраивается в едином контексте, имеющую определенную форму. Поэтому наше мироздание имеет шестигранную форму. Когда эта ткань полностью пройдет все пространство материи, она пойдет назад. И образуется обратный эффект, когда материя начнет разуплотняться. Но это еще будет не скоро, я думаю, миллиарды, может быть, и больше лет. Это просмотреть мы не можем, потому что в регрессивном гипнозе можно видеть только то, что является частью памяти, то есть прошлое. Будущее просмотреть невозможно, тем более, что оно многовариантно. Поэтому изучать таких интересных людей, как хранители белых магов, было для нас большой честью. Они рассказывали о том, что скрыто за гранью нашего понимания. Они рассказывают об истинном устройстве мироздания. Но наш проект еще не завершен. Мы будем дальше и дальше изучать. Мы будем изучать кристаллических детей, поскольку они пришли совершенно из других звездных систем. То есть, по сути, они приходят из других вселенных. И у них опыт и их знания находятся за пределами нашей вселенной. А значит, они тоже сюда для чего-то пришли. Возможно, чтобы передать нам какие-то другие знания. Когда мы говорим о том, что хранитель является частью ментального поля, то есть это одна из частей нашего сознания, то белые маги являются частью нашего астрального поля. Соответственно, жрецы – это часть эфирного поля. То, что касается кристаллических детей, у них другая функция. Они являются частью эмоционального поля, того самого поля, в котором живут ангелы. Те самые, которые находились в момент той самой войны в эфирном теле. Поэтому они и не погибли, поэтому они продолжают жить дальше. Наша задача – изучить совокупный опыт хранителей белых магов, кристаллических жрецов, изучить совокупный опыт всех землян, всех представителей других звездных систем, всех представителей других планет, в том числе и Индиго. Индиго рождались в других ячейках, в другой части нашей сотовой Земли. Поэтому, когда они рождаются здесь, на Земле, для них это низший мир, они ретроградны с Марса на Землю. Но все это находится на одном общем диске. Они рассказывают нам о том, как устроена совершенно другая, более высокотехнологическая, как бы, народ, население. Поэтому мы, изучая их осколки, мы понимаем, что нам еще есть куда развиваться. Именно индижные дети дадут толчок для развития. Именно они подскажут, как правильно использовать эфир для того, чтобы мы могли насыщать нашу Землю другим источником энергии. Ведь один кубический сантиметр эфира способен вскипятить все моря и океаны на планете Земля. Вы представляете, какой запас энергии хранится в одном кубическом сантиметре эфира? А мы используем что? Мы используем технологии. Мы используем электричество, те самые электроны, которые разрушали наши тела в свое время. Мы используем нефть. А нефть – это переработанная смола, обожженная смола. Откуда она взялась? Она взялась из тех лесов, которые были выжжены на Земле порядка тысячи лет тому назад, для того, чтобы создать новый купол, искусственный купол, который накрывает сейчас Землю. В Библии четко сказано, что «И создал Бог небо, и было небо твердью, и над твердью вода, и под твердью вода». Поэтому мы видим лишь край нашего неба, не тот купол, который строили хранители белой маги. Вода, которая загружена над этим искусственным куполом, она синего цвета, поэтому видим небо голубым, а не тем самым светлым белым небом, которое должны видеть. Рано или поздно этот купол будет разрушен. Рано или поздно все эти океаны воды упадут на землю. То самое, что сказано в Библии, что с неба упадет столб воды, он затоплит всю землю. Но без этого никак. Да, земля будет затоплена, но зато люди освободятся и увидят другие земли и другие звездные системы. И мы сможем вновь воссоединиться с другими цивилизациями и изучать мироздание. Вот для этого нам нужно изучить опыт кристаллических.
Поэтому наш проект еще не завершен. Мы будем снимать отдельный проект по кристаллическим детям, отдельный проект по индижным детям. И еще нам очень интересно изучить совокупный опыт жрецов. Поэтому мы приглашаем всех желающих в наш проект. Вы можете дать свои интервью. Вы можете показать, как вы раскрывали ваши коды. И ввиду того, что совокупный опыт регресса показал нам, что существует множество неизученных областей сознания человека, мы еще можем вместе открыть удивительные красоты Земли. А быть может, и отправимся вместе с вами в другие звездные системы, изучим ваши технологии. Ведь удивительным образом в одном из интервью мы узнали, что руны – это не буквы. Руны – это система навигации, и она очень сложная, она очень интересная. И с помощью управления этой рунической системой вы можете отправиться в любую точку пространства. Эти исследования мы тоже все еще продолжаем. Возможно, однажды мы сможем выложить вам истинную карту звездной системы, и с помощью рун можно отправляться в эти пространства. И совершенно не обязательно искать ответы в электронах. Достаточно искать ответы в нашем подсознании и наших воспоминаниях. Мы приглашаем каждого из вас посетить не только наше интервью, но и посетить наш уникальный курс, посвященный регрессу нумерологии. Вы сможете делать расчеты и полностью загружаться в эту систему через цифры. Ведь не у каждого есть способность мозга улавливать и удерживать это волны. Но вы с помощью регресса нумерологии сможете отсчитать несколько тысяч лет назад и увидеть себя в истинном своем обличье. Понять, кто вы, какова ваша функция. Пока вы не выполните ваше предназначение, с которого вы пришли сюда, на Землю, вы не сможете быть свободными. И также у каждого человека есть кармические узлы. Этими кармическими узлами мы привязаны к планете Земля и не можем отсюда выйти. Мы приглашаем каждого изучать это мироздание. Хотите вместе с нами? Потому что наш путь еще только-только начался. Мы только начали исследовать. Хотите самостоятельно. Но однажды, когда у вас возникнет желание поделиться вашими знаниями, приходите к нам. И мы обязательно изучим ваш опыт и дадим этот опыт для широкой массы людей. Меня зовут Джули По. Я специалист Международного центра Альвасар. И наш центр является проводником в изучении основ и глубин мироздания.